Давным-давно я хотела попробовать один интересный рецепт. Это пицца на тортилье. Вы знаете, что есть такие лепешки, называются тортилья. В основном в них заворачивают, ну вот как показано, что-нибудь мясное с овощами, типа буррито. И вот наконец-то я нашла тортилья, в котором более-менее адекватный состав. Конечно, не самый лучший, но есть тортильи с очень плохим составом, например, в фикс-прайсе. Там точно брать не стоит. Так вот, я хочу попробовать приготовить пиццу на вот такой тортилье. Здесь у меня осталось 2 штуки, остальные 2 Артём съел. И причем она будет у меня более-менее полезная, потому что будет без различных полуфабрикатов типа сосисок и колбасы. Будет отварная курица, грибы, остатки помидоров черри, моцарелла. Это, кстати, очень вкусно, продается в Ленте. И вместо соуса у меня будет томатный кетчуп. Ну что ж, давайте готовить. Надеюсь, что получится вкусно. Они совсем небольшие, как раз почти тютелька в тютельку поместились на мой противень. Теперь я намажу тонким слоем томатного кетчупа. Может быть, кстати, еще чесноком посыплю сухим, но сейчас еще подумаю. Пока что буду резать моцареллу, помидорки и грибы. Ну а тут мне просто стало скучно, я решила вот так немножко симпровизировать. Ну все, курицу я разложила. Грибочки порезала, моцареллу решила прям побольше положить, потому что моцареллу обожаю, очень вкусный сыр, и помидорки. Помидоров, конечно, очень мало, но уж что было в холодильнике. Я, кстати, очень часто готовлю именно так. Роюсь в холодильнике, нахожу какие-нибудь остатки продуктов, миксую как-нибудь интересно, и получается вот что-то получается. В большинстве случаев получается вкусно. Ну что ж, теперь мы выкладываем грибы и помидоры, и сверху сыр. Итак, я все сложила. Знаете, моцарелла напоминает, как будто бы я картошку положила на пиццу. Теперь отправляем в духовку. Совсем ненадолго, наверное, ну минут на 10, может быть 15, не знаю. Нужно главное, чтобы расплавился сыр. Может быть, чуть-чуть был немножко таким коричневым, золотистым. Я так люблю. Ну что ж, отправляем в духовку 180 градусов. Минут 10-15. Чего ты опять орешь? Вот каждый раз приходит и что-то просит. Ты хочешь посмотреть? Какая у нас пицца получилась? Так смотри. Ты же ее все равно не будешь. Нет, не будешь. Ну что ж, вот такая пицца получилась. Прошло буквально, наверное, 10 минут. И все, пицца готова. Сейчас будем пробовать. Чайник уже вскипел. Кстати, еще компотик сварила из груши с черной смородиной. И вот пицца. Ой, вкуснятина! Пиццу однозначно я вам рекомендую приготовить, получилось очень вкусно. За счет того, что это не тесто, а тортилья, она очень тоненькая и получилась хрустящей. Начинки немного, и поэтому сочетается мягкая часть с хрустящей очень-очень хорошо.